цена в «Жемчужинке» уже традиция. Малышам особенно приятно плескаться в воде, когда на улице холодная дождливая погода. По новым стандартам современные детские сады обязательно оснащаются бассейном, чтобы учить воспитанников плавать, проводить здесь закаливающие процедуры и, конечно, мероприятия на воде. Лето мы проводим достаточно хорошо, весело. Детки ходят у нас в бассейн, он работает каждый день. С понедельника по пятницу у нас много программ, всякие разные развлечения, праздники. Сегодня у нас как раз праздник Нептуна. Дети каждый год ждут его. Все занятия проходят в игровой форме. Так дети быстрее осваивают технику. Буквально через несколько посещений бассейна малыши уверенно держатся на воде. Цель стоит обучить детей именно плаванию. Либо приближенному, ну, у нас не спортивная школа, а поэтому брасом, кролем на спине, чтобы они к лету поехали с родителями на море и умели держаться на воде, либо под водой плавать. Главные герои представления «Нептун» и «Русалочка» обратились к ребятам за помощью. Дочь морского царя обронила свое ожерелье – подарок отца. Дети ринулись в пучину, чтобы отыскать его. Нептун и Русалочка поблагодарили ребят за помощь и похвалили за то, что они с каждым днем все лучше плавают. Ребята наши огромные молодцы. Ребята так здорово плавают и быстро всему у нас обучаются. Инструктор по плаванию Ксения сейчас работает над созданием водной танцевальной группы. Первые выступления малышей можно будет увидеть уже осенью этого года. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».